Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест новой донатной имбы. Где лис мне понравился? Он понравился в дефе на битве гильдии. Ронин просто отлетает. Особенно мой Ронин мелкий отлетал. Я на следующий попробую, если будут против опять лисы, попробую своего Ронина на максималке потестировать против него. А сегодня у нас запределье. И адский режим, и мы будем пробовать, опять же, пробовать проходить. Не знаю, тыква, по сути, мне уже здесь не нужна. Будем пробовать бегать без тыквы. Так, Хогник, Космо, Фрея, Пемберойка, Зефир, Оккультист, Ворожей. Мэри. Так, и Лис. Вот такой вот, ребятушки, у нас будет состав. Поехали. Корм Тим. Так, ставим сразу же лисичку на таблеточку. Ставим Фрею, оккультист и ворожей. Отлично. У нас есть смотр. Мэри мы потом будем закидывать. Так, единственное, я сейчас им пораставляю сразу же, чтобы они включались. Вчера натащил десятых эмблем. Так, есть. Так, я не выбил то, что хотел. Так, тут у нас ПТ-шка будет, потому что там отражалки есть. СО. Да, как обычно, я поставлю разбросик. Очень кайфовая тема. Так, есть ворожей. Сразу же тоже ставлю по каремочку. Посмотрим, что может лис. Мне он реально понравился на дефе в битве гильдии против Ронина. И думаю, многие с этим столкнулись. Ронин просто разлетается. Это интересно. Также для волны АК я вчера ее прошел вообще без проблем. Тоже он мне там очень зашел. Так, сюда поставим. Так вот. Вроде все, поехали. Поехали фармить. Посмотрим, как у нас сейчас будет получаться фармить запределье. Единственное, у меня нету этой пачки сейчас Мэри. Без Мэри бегаем. Ему пофиг. Ему просто пофиг все этому лису. Вот реально. Я думаю, этот герой именно для этой локации, как и Мэри, сейчас будет тащить. Посмотрите на Ронина. Ронин просто улетает в инвизе. Он уже вообще не страшен. То, с чем я вчера стыкнулся у себя на втором аккаунте, то, что лис просто разваливал моих героев, именно Ронина, то есть Ронина вот этой сборки, которую я вам показал, это реально было жестко. Но сегодня я вам покажу еще одну сборку. Вчера мы банились, Рустам подсказал, ну, в принципе, герой получился просто эпический, как по мне. Лис улетел, вот, пожалуйста. Лис ушел отдыхать. То есть ему ремочка, как видите, не всегда хорошо заходит. Надо ставить все-таки сюда ПД-шку. Потому что сливается на отражалках очень быстро тоже. Или дальше. Ну, я не сильно уверен, что он прям везде-везде будет тащить. Ну, как видите... Тащит. Ну, я вам скажу так, я сейчас по первому этажу просто летаю с ним.
Надо ставить Мэри. То есть, как видите, надо и Лиз, надо и Мэри, надо и Барт, надо и то, и нахрен тогда нужна эта локация, если вы без них не сможете зафармить ее тоже. Так, ну у нас вроде все живы, отлично. Берем точность, потому что мы не попадаем. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Не, Лиз, конечно, красавчик. Лиз именно то, что надо. Вот эта вот заморозка, она реально спасает. Очень спасает. Посмотрите, вообще. Просто первый этаж и пролетел. То есть для себя я уже вижу, что он в запределе крутой. Крутой на волнах и крутой на дефе в битве гильдии против ронинов. Реально классный герой. Ронины просто разлетаются. Ну, не знаю, по крайней мере, мой сливался вчера только так. Хотя я других топов проходил до этого. Надо будет понападать еще на Ронина. Точнее, на Лиса в Ронина отсюда, с этого аккаунта посмотреть. Так, Фрейя. Фрейя мы тоже говорим до свидания, наверное. Все-таки заморозка 3.9, я скажу, это реально очень круто. Да, разваливает. Даже Мэри здесь по сути не нужна. Ворожай наш ушел на отдых. Понятно, все с тобой. Сейчас его резну. Но, как видите, первый этаж, кто смотрел, как я прохожу... А раньше и сейчас это небо и земля. Просто налегке мы это все проскакиваем. Все, поехали дальше. Поехали на второй этаж. Хотя бы первый проскакиваем. Так, оккультист, Афина. А тут что-то пачки не особо, поехали. Заморозка просто кайфово работает. Это как Космо, по сути, но мне кажется, немножко интереснее. Потому что Космо разлетается, хотя если сделать правильного Космо с уклонениями, с прочим, он тоже будет довольно-таки хорошо жить. Правда, у Космо нету столько иммунитетов, как у этого героя. И здесь героев нету со станом. Вот самое основное, то, что не особо много героев со станом. Так, я тут так бегаю нарвано, вот я пойду специально через эту пачку, через Зефира. Хочу посмотреть. Блин, мне нравится. Вот то, что я вижу, реально мне нравится. Единственное, уже походу лисицу... Или живой? Не, лис должен быть еще живой, не вижу. Питомец-то есть, да, атакует, все нормально. По крайней мере, вот реально то, что я вижу, мне уже нравится. То, что есть герой, который хоть что-то может здесь сделать, и реально он помогает. А там у меня еще кто-то помимо этого, я думаю, что они так медленно разваливаются. Но, как видите, вообще отлично. Режут от хилы эти, блядь, только так. И мы, в принципе, тащим. Никто не слился. Отлично. Немножко не туда напал. Я специально иду через такие пачки, которые более сильные, чтобы посмотреть. Вот, посмотрите, вообще четко. Так, не понял. Элис есть. Не сработал вовремя.
Ворожея и Лиса слили. Ору просто, блядь. Это смотр сливает, потому что смотрителя реально сложно убить. Так, вражеская Фрея. Успеем, не успеем. Ну почти, почти, почти добили. Ну вот смотрите, как мы их просто развалили только что. Без лисицы. Да, усиление как бы никто не отменял. Смотрите, просто налегке развалили полностью всю топовую пачку. Мы кого-то хоть слили? Мы там даже никого не слили. Так, ну что, пробуем, убираем пока Мэри, ставим опять лис. Лиса ставим и поехали опять. Вот заморозка пошла, и опять у меня кого-то слили. Но я вам скажу так, что слился у нас кто? Ворожай, судя по всему. Но лис здесь реально помог нам посливать хотя бы, по крайней мере, часть героев. Дальше, понятно, сейчас надо будет опять резаться, но шанс, как видите, с ним хоть какой-то есть. Землеройку ушатали, ворожай остался. Остались самые веселые ребята. Пробуем убрать ворожая, поставим сюда Мэри. Вот он опять кинул заморозку. Ну, понятно, что вражеского зефира он не убьет. Но посмотрите, как натягивают. Отлично просто. Вот. Мне нравится. Честно говоря, лис реально здесь очень в тему. Единственное, что... Так, Мэри у нас уже слилась, походу. Остался культист. Все равно нас жахнули, причем жестко. Выйду, попробую перезайти. Ну, результат уже есть. Это не может не радовать, то что у нас начал хотя бы легче. Но все равно усиление настолько, что просто сливает. Но есть интерес, конечно же, к этой локации. Хоть и сливают, но зато мне интересно уже хоть как-то проходить. Потому что раньше это было просто нереально. Такс, поехали. Убираем. Кого мы уберем? Давайте уберем его, поставим ворожея.
Чтобы у нас был отхил. Еще раз стартанем. И все равно сливают, просто жестко сливают нас. Но лис еще живой. Блин, смотрите, что они делают. Они просто моих разваливают. Усиление никуда не делось, но радует то, что хоть частично намного легче стало проходить некоторые пачки. Поехали, пробуем еще разок. Не, все равно, посмотрите, просто сливают нафиг. Это просто что-то нереальное. Осталось вроде пару героев. И мне все равно придется перерезать. Да, оккультист, посмотрите, что там делает оккультист. Опять, это смешно. Три героя на шесть. Всех нафиг отправили спадки. Жестко. Очень жестко. Так, давайте уберем тогда его. Попробуем землеройку поставить. Хотя толку землеройка здесь ничего толком не сделает. Так, давайте попробуем космика. Как вариант. Ух ты, там жестко-жестко все. Ну, с космиком вот вдвоем, смотрите, они, в принципе, смогли разобрать оккультиста. Вот это хоть радует. Не знаю, как тут сейчас с Фрейей будет, а с остальными. Она просто стычки может вынести. Но тут явно есть отражалки, потому что я вижу по космо, что у него отражается по 7000 на ПДшку. Здесь ОЗ стоит 100%. Ну, самое главное, что мы разобрали оккультиста. То есть, разобрали оккультиста, дальше будет попроще. Но в любом случае мы потратили 3 бесплатные попытки. Ну, не бесплатных, а за самоцветы я имею в виду. То есть, мы 3 попытки убили. Это только второй этап. Но лис хорош. Сейчас сюда поставим обратно же Мэри. То есть, как видите, хочешь не хочешь, лис классный, но надо и Мэри тоже иметь, потому что вы не успеваете убивать. Я с другой стороны, здесь столько уже... Так, у них там тоже недомогание, смотрю, есть. Потому что на моих тоже летит. Скажем так, есть шанс. Вот видите, половину уже слили. Можно и без Мэри, думаю, обойтись. Еще раз нападем. Так, у меня слили... Кого? Ворожея, космос слили. Вот это я называется напал, блин, второй раз. Сейчас мы их всех нафиг сольют. Лучше выйти, перезайти в таком случае. Да, усиление, в общем, супер. Но герой здесь реально хорош. Ворожей у меня сливается, блин, с максимальным уклонением. Просто улетает. Так, с маскировкой. Нравятся мне вот эти вот отхилы.
не могу, посмотрите на эти отхилы, ребят. Это просто... Без комментариев. Блядь. Вот скажите, что это такое? Это просто трэш. Вот все мои герои, блин, все мои, и лисица, и все остальное просто улетели. Просто, не то, что просто улетели, а я даже не знаю, как я вот так вот даже сделаю. Один зефир. Вот вам IGG. Как оно усилило. Ну, что я могу сказать? Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосов, но это просто трэш. Один герой просто развалил всю пачку. Все, всем удачи, всем пока.